Ребята, всем привет! Сегодня я в очередной раз добрался до болгарочки марки Диолт. Данная модель болгарки на сегодняшний день пользуется огромным спросом, так как стоимость болгарки составляет всего 1600 рублей. Мощность болгарки 950 Вт диаметр. Диска это 125 мм. Данная болгарка имеет регулировку скорости. Обороты у нее регулируются от 0 до 11 тысяч оборотов в минуту. Также я хотел бы обратить внимание, что весь электроинструмент марки Диолт поставляется с коробками, опломбированными заводской пломбой. Также данная болгарка имеет обрезиненную рукоятку, имеет изменение положения дополнительной рукоятки в трех позициях, фиксация шпинделя для снятия отрезного шлифовального круга, электронная регулировка оборотов шпинделя, быстрый доступ к щеткам и двойная изоляция. Давайте попробуем ее раскрыть и посмотреть комплектацию данной болгарки. Давно хотел снять на эту модель обзорчик, но привозили ее и в тот же день люди сразу же покупали. Просто на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, за эти деньги такого качества и уровня болгарку, я думаю, что навряд ли можно найти. Данный инструмент обслуживается по всей России. В комплект у нас входит защитный кожух с болтом под шестигранник. Стандартный комплект для болгарок Диолт это щетки, ручка, ключик. Также идет инструкция по эксплуатации данной машинки, список сервисных центров, достаточно большой список. То есть я думаю, если у кого-то возникнут какие-то проблемы во время гарантийного ремонта либо после гарантийного, то его всегда можно будет отремонтировать. Еще раз напомню, что данный инструмент собирается у нас в России, город Смоленск. Запаха никакого токсичного китайского, ни пластика, ни кабеля нет. Вот такая вот болгарочка. Обратите внимание на выполнение заводских швов. Регулировка оборотов присутствует. Как я говорил уже, щетки, не разбирая болгарку, меняются. Клавиша с фиксацией. В руке сидит болгарочка удобно. Редуктор идет с тремя отверстиями для установки ручки. Гайки идут у нас с завода. Затянутым, но мы их снимем, чтобы болгарочку проверить. Обратите внимание, есть дата изготовления болгарки. Все характеристики болгарки есть на шильдике. Редуктор металлический, не покрашенный. Давайте попробуем данную шлифмашинку запустить, посмотреть, как работает редуктор. Работает чисто. Клавиша в рабочем положении не фиксируется. Это сделано для того, если вдруг, мало ли, при эксплуатации болгарки у вас она выпадет из рук, либо еще что-то, клавиша выключится и все. На первой скорости болгарочка тоже работает. Можно поставить шлифовальный диск и работать этой моделью по дереву. Но обратите внимание, если будете использовать данную модель болгарки для шлифовки дерева, обязательно не закрывайте вот эти отверстия руками, как это многие делают. И я советую сюда ставить, ну, дополнительно какую-то сетку, либо обтягивать марлей. Вот такая вот болгарка. Всем советую, рекомендую. Модель, еще раз напомню, МШУ Диолт.
0.95-0.1. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!